Друзья, привет! Литье алюминия. Сложно это или легко? Если вас интересуют вопросы по литью, смотрите этот ролик и два предыдущих. В этих роликах я с нуля осваиваю технологию изготовления крышки сцепления мотоцикла Минск в песок с жидким стеклом. Меня зовут Денис Иванов, и вы на канале Дэн Тюнинг. Первые две попытки были неудачные. Даже посмотрев кучу роликов на ютубе, практически невозможно с первого раза получить годную отливку, потому что все детали разные, и у каждой будут свои особенности литья. Много нюансов по сушке и прокалке формы, по заливке металла. Третью попытку я начал в полной уверенности, что все получится. Ведь я проанализировал все свои ошибки, прочитал все ваши советы и посмотрел ссылки, которые вы мне накидали. Очень благодарен всем за участие и поддержку. Я решил добавить на крышку свой логотип. Единственное, что было под рукой, это малярный скотч. Наклеил 5 или 6 слоев и вырезал буквы. Высота получилась где-то 1,5 мм. Этого рельефа достаточно, чтобы он отпечатался. Припыляю порошком графита и мешаю формовочную массу. Вообще, я уже хотел плюнуть на это жидкое стекло и даже купил бентонит. Но потом все-таки решил довести дело до конца и отработать этот процесс. Как обычно, замесил 30 кг песка и 3 кг жидкого стекла. Эта смесь отлично твердеет, проверено. Припылил графитом и, тщательно трамбуя, заформовал смесь в первую опоку. Сушить углекислотой буду новым способом, который посоветовали зрители. Делаю проколы заточенным электродом от электросварки и туда уже пускаю углекислоту. На этот раз я продул газом, а потом перевернул и начал вынимать крышку. Я ее вытащил, но мне не понравилось то, что смесь уже схватилась и крышка сидит очень-очень плотно. Правильнее вначале все-таки перевернуть опоку и расшатать крышку, шатая ее во все стороны. Можно сделать оттиск сильно больше самой крышки, таким образом компенсировать усадку размеров после охлаждения крышки, а потом уже продувать форму. Чтобы хорошо пропечатались буквы, я опять буду лить крышку лицом вниз, поэтому сразу закладываю литник в центре крышки. Это будет основной канал заливки и прибыль. Тщательно все трамбую и делаю еще 4 канала, из которых будет подпитываться вся крышка. Переворачиваю и снимаю. И тут осечка. Крышка не снялась. Все из-за того, что она очень плотно сидела лицевой стороной. Двумя острыми иглами выдернул крышку и поставил ее на свое место. Смесь еще не продул, так что она приклеится.
Я привез тачку с песком. В этот раз я решил поставить опоку в бочку и засыпать ее вокруг песком, чтобы ничего никуда не убежало. Так и сделал. Форму перед заливкой несколько раз прогревал горелкой и последний прямо перед заливкой. Засыпали, поставили, прибыли. И я уже начал заливать, как тут выскочила роковая в этой плавке ошибка. Бочка оказалась высокая, и не получилось приблизить тигель прямо к самому отверстию, из-за чего пришлось лить на удалении, и я промахнулся мимо. Часть металла была потеряна, и прибыли не заполнились металлом, как должны были. Неужели опять косяк? Я уже был уверен, что вот она, идеальная крышка. Ребята, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Эволюция. Мы были почти, вот буквально вот... Но, к сожалению, третий раз у нас тоже неудачный, к сожалению. Но можно сказать, что практически все получилось. Смотрите, какая у нас получилась эволюция. Это была самая первая крышка. Это была вторая крышка. Она почти получилась. И вот, смотрите, у нас уже третья крышка. Третья крышка у нас... Можно сказать, что практически идеал. Но, к сожалению, видите, не пролилось. Не пролилось. Накосячил я, потому что это спешка, знаете. То есть вот в литье нету мелочей. Каждое движение должно быть выверено и все должно быть четко. Ошибку я совершил на стадии бочки. Взял металлическую бочку. В бочке мы присыпали форму, все. Но оказалось, что эта бочка высокая, представляете? И все. И вот эта высота, она не дала поднести тигель. И получилось, что пришлось лить сверху. И, ну, естественно, я пролил мимо. Часть металла разлилась. И, естественно, струя там сверху лилась как-то не пойми как. В общем, не хватило металла. И вот как раз, вот видите... Четыре питателя, вот здесь четвертый отломался, но он тоже был такой практически целый. Центральный, видите, у нас получился вообще отлично, дал хорошую усадку. Но вот пятому как раз вот металла не хватило, чтобы он вышел и допитал. Но в целом, смотрите, могу сказать, что уже. Не прогрели мы форму. Говорили об этом, что надо, помимо того, что... просушить углекислотой, обязательно надо прогреть. Я это слышал, я это услышал. Но спешка, знаете, то есть опять же, негде было посушить. Кажется, что вот чуть-чуть мы прокалили, прогрели, и этого достаточно. На самом деле нет. После, даже после того, как мы уже разобрали форму, положили ее, и вот эта горячая форма, она выделяет влагу. Это хорошо видно, поэтому в следующий раз, конечно, будем что-то думать, как эти формы прокаливать. Но другой вопрос, что в прошлый раз у нас эта форма дала очень сильную усадку после прокалки. Но, видимо, вот этот выход влаги, он дает вот такую, видите, плохую структуру. То есть там, где в боках металл был хорошо утрамбован, ну, форма была утрамбована, и она была сухая, видимо, вот здесь к краям хорошо просушена. Смотрите, какая получилась аккуратная поверхность, чистенькая. Прям вообще, вот изумительно. Если бы она пролилась, да и черт бы с ним. Все это можно аккуратно обработать бурмашинкой, подровнять, убрать. Надпись тюнинговая, да, ДНТ. К
сожалению, не получилось. Тоже там что-то... Есть проблема, то, что стекло, оно не везде отлипает. То есть, где-то оно хорошо отошло, где-то нет. Но, ребята, практически уже готово. Смотрите, крышка у нас... Эту крышку, кстати, я все-таки обрежу и посмотрю, насколько сильно она отличается в диаметрах. Она должна дать усадку. Она должна быть меньше, чем стандартная. Но вот по этой крышке уже можно немножко прицелиться, посмотреть, померить, что да как. Все, ребята, на сегодня процесс окончен. Благодарю вас за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что это еще не конец. Это вот эта крышка, это просто примерка. То есть, на самом деле, у нас цель не сделать вот эту крышку, да. Как бы мы, можно сказать, что копировали вот это, да. Вот, ну, почти. Но на самом деле цель не эта крышка, а совсем другая. Это сейчас идет просто обработка технологии. Так что самое интересное, ребята, оно еще впереди. Так что подписывайтесь на канал. Все, всем пока. И до новых встреч!